она танцует на полу, она активна на полу, но когда она поднимается на второй этаж, она должна быть неподвижна. В этот момент подвижность исполняется партнером, элемент типа вольта-поворота. Или наоборот, партнер в конце более статичен, а партнерша более подвижна. Когда партнерша активна и партнер активен, это в большей степени применяется в стандарте и в латине. Потому что если партнер держит партнершу, и он вращает ее, ставит ее на паркет, в этот момент она должна быть статична. Еще раз. Активизация. То есть вот мой импакт, мое действие. Он статичен, а у партнерши есть действие. То есть по очереди. Партнер статичен, у партнерши действие.